Сегодня в Красном Холме начался судебный процесс в отношении Эдуарда Суслова. Как установили следователи Следственного комитета, 30 августа мужчина самостоятельно заменил у себя в квартире газовый баллон. Ввиду негерметичности системы подачи газа к кварочной панели произошла утечка газа и образовалось газовоздушное облако. После того, как мужчина нажал включатель на кухонной вытяжке, расположенной над варочной панелью, от электрической искры на контактах выключателя освещения произошел хлопок газовоздушной смеси, образовавшийся при утечке газа. В результате частично обрушилась конструкция дома. Часть конструкции упала на женщину, находившуюся в соседней квартире. Потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в больнице. 54-летний житель города Красного Холма обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в причинении смерти по неосторожности. Вину в содеянном обвиняемый признал частично. Уголовное дело расследовалось Краснохолмским межрайонным следственным отделом регионального следственного комитета. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. О вердикте суда мы сообщим в патрульной службе. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по городу Твери выявили факт хранения и сбыта немаркированной табачной и алкогольной продукции. Установлено, что незаконный бизнес организовал 60-летний предприниматель. При обыске изъято 96 бутылок контрафактного алкоголя и свыше 16 тысяч пачек сигарет. Стоимость контрафактной продукции превысила 1 миллион 800 тысяч рублей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.